Бог в помощь. Медицинскую этику в профильном вузе будет преподавать архиепископ Лука, в прошлом сам медик. Сегодня в медицинском университете стартовал его курс лекции. Биомедицинская этика – направление в учении новое, а потому преподавать студентам этот предмет решили позвать человека духовного, говорят в ЗГМУ. У нас всегда были очень хорошие отношения и с владыкой Василием, и сейчас с владыкой Лукой. Особенно с владыкой Лукой, потому что он сам является нашим коллегой. Это очень действительно для нас корисно. Чому? Потому что церковь завжди была не відокремлена від особистості. І взагалі всі, так, особливо там дуже багато тематик по абортам, та взаємовідносини лікаря та пацієнта. Чи можна це все лікарю робити? Правящий архієрей проведе в університеті курс із 11 лекцій. Сам архієпископ відмічає, в першу чергу, цей предмет програмний. Но, в свою чергу, буде не лишнім акцентувати внимание і на взглядах православної церкви к конкретній проблемі і ситуації, описаній на лекціях. Тот курс лекцій, який я читаю зараз в медицинському університеті, це не какие-то основы веры, а в первую очередь это программный курс, который преподносится студентам в рамках их программы. Биомедицинская этика – это новое направление в медицине, которое как раз описывает моральные взаимоотношения между врачами, отношения врача к пациентам и те проблемы, которые очень часто сейчас сталкиваются в связи с развитием новых технологий в медицине. Сам архиепископ Лука отмечает, общаться со студенчеством приятно всегда, ведь можно поделиться личным опытом с будущими медиками.